Оскольский электрометаллургический комбинат продолжает обновление производственной базы. В первом сортопрокатном цехе завершился капитальный ремонт одной из печей. В ходе работ была заменена балка рамы перемещения металла. Это был самый крупный ремонт несущих конструкций печи с момента ввода ее в эксплуатацию. Специалисты с поставленной задачей справились досрочно. Печи-нагрева – начальное звено технологической цепи первого сортопрокатного цеха. В них литая заготовка разогревается до температуры 1290 градусов и подается на дуореверсивную клей для дальнейшего переката. В середине ноября одна из трех печей нагрева была остановлена на капитальный ремонт. На балке перемещения металла появились усталостные трещины. Узел безаварения отработал без малого 30 лет с момента ввода цеха в эксплуатацию. Балка выработала свой ресурс и возникла необходимость в ее замене. Были привлечены работники именно ЦРМО, которые проводили прошлый ремонт. Не только сами ремонтники ЦРМО, но и техбюро этого ЦРМО тоже учли критические замечания по первому ремонту и здесь отработали просто на 5 с плюсом. Эту работу мы проводим уже, кстати, не первый раз. Если 4 года назад на первой печи мы такую балку, эту работу теми же силами ЦРМО заменили за 8 суток, то в этот ремонт эта работа была проведена за 15. Работа велась круглосуточно. В сжатые сроки механикам предстояло выполнить непростую задачу. Необходимо было балку опустить под печь в очень стесненные условия. Для этого нам приходилось, демонтировать часть несущих опор печи, то есть работы по металлоконструкции. Нужно было изготавливать всевозможные укосины, подпоры, оттяжки, то есть много было работ, не связанных напрямую, но обеспечивающих сам процесс. Ремонтникам пришлось иметь дело 16-метровой металлической конструкции весом порядка 6 тонн. Работа достаточно трудоемкая, потому что все работы производились в мертвой зоне, где отсутствуют грузоподъемные механизмы. Поэтому все делалось при помощи такелажных приспособлений. Но ребята справились хорошо. После розжига и отладки оборудования печь была введена в эксплуатацию. Мы теперь гарантированно знаем, что минимум лет 20-25 она прослужит без всяких вопросов. Сокращение времени ремонта не сказалось на его качестве. За счет профессионализма сотрудников ремонтных служб основной агрегат технологической цепочки СПЦ номер 1 удалось пустить раньше намеченного срока, что обеспечит повышение производственных показателей всего цеха. Пресс-служба ОМК для телекомпании «Мир Белогорья».